Готовимся к встрече высоких гостей. МИД России подтвердил визит Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в Челябинск. Главы двух государств прибудут в Южноуральскую столицу 9 ноября на российско-казахстанский форум. Президенты двух стран станут почетными гостями делового совета и подпишут ряд соглашений. Мероприятию придается особое значение. На днях дипломатическим отношениям России и Казахстана исполнилось 25 лет. Откроется форум 8 ноября. Первое мероприятие пройдет на площадке ЮРГУ. Форум ректоров уже подтвердили свой приезд министры образования России и Казахстана. Недели две назад мы еще предполагали, что будет порядка 50 участников, именно ректоров. На сегодняшний день у нас зарегистрировано на эту площадку 260 участников. Интерес очень большой. Основные мероприятия пройдут 9 ноября на площадке завода «Русские электрические двигатели» индустриального парка «Станкомаш». Тема – развитие человеческого капитала. Будут работать две панельные сессии. Первая – на тему цифровой экономики. В ней примут участие 600 человек. Вторая панельная сессия – на тему трансграничного регионального сотрудничества. Казахскую сторону очень интересует тема туризма. Завершится форум деловым советом. Его откроют Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. В этот день планируется подписание 20 соглашений. Отмечу, что товарооборот между Челябинской областью и Казахстаном вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. Проявляет активность малый и средний бизнес. У предпринимателей уже есть идеи, как и дальше укреплять сотрудничество. Есть такой вопрос, да, намерение, желание открыть торговый дом Республики Казахстан в Челябинской области. К слову, такой торговый дом уже есть только в Китае. Он был открыт в 2016 году в Шанхае, в зоне свободной экономической торговли. И уже представляет ряд, на рынок Китая, да, представляет порядка 46 продуктов, экологически чистых, сельхозпродукции, продуктов питания. Заявки на участие в форуме подали более 1500 человек. Российскую делегацию представят свыше 200 участников. Главы регионов, политики и представители бизнеса, в том числе и крупные промышленники. Из соседнего Казахстана к нам приедут акимы и представители 6 областей. Напомню, что в прошлом году мероприятие проходило в Астане. Там Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев поддержали идею губернатора Бориса Дубровского провести следующее престижное событие в Челябинске. Подобный форум уже проходил в столице Южного Урала 12 лет назад. Неправда.